привет. Очередное приобретение. Так будет проще. Такой подарочек для любителей минимализма. Именно такой такой фирменный чехольчик с визиточкой и какой-то требухой. Ага, ручная работа. Ну, вроде бы кожа из жопки дракона. Не знаю, шинжень или нет, но выглядит следующим образом. С логотипом. Ну, попробуем. По поводу карточек, которые в южике. Все улазит. Можно даже засунуть денежку. Даже нужно засунуть денежку. Так, немного денежки. Ну и в принципе на кармане такую вещь носить намного удобнее для пропуска, чем все остальное. Не знаю, вроде бы как натуралка. Пахнет кожей, не шинженем. Вот такая вот вещь. Ссылка будет в описании. Ну а пока всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, добавляйтесь в друзья.